Главная премьера сезона «Русский медведь» – сентиментальная история с любовной интригой, юмором и неожиданными поворотами. Для Сергея Кутасова это 8-й спектакль в Саровском драматическом театре. Он был лично знаком с автором пьесы. Около 30 лет назад Борис Рацер передал текст московскому режиссеру. Я с ним был дружен. Вот. И он мне разрешил, он говорит: «Сереж, у меня никак не получалось, несмотря на то, что давно я знаю эту пьесу, у меня никак не получилось куда-либо ее пристроить по театрам. Я с этой пьесой приходил в московские театры, и все говорили: хорошая пьеса, но вот сейчас у нас другие планы и так далее, и так далее». А потом вот повезло, и я ее поставил на так называемых «звезд» в Москве. В нашем городе главные роли исполнят Ольга Бердина и Константин Алексеев. Его герой – маляр из России, который подрабатывает в доме состоятельной американки. На первый взгляд они разные, но объединяет их одиночество. Персонажи скучают по детям и внукам, которые с каждым годом все реже звонят и навещают. Герои заполняют пустоту в сердце общением друг с другом и, несмотря на возраст, обретают любовь. Это нормальный природный ход. Мы же всегда остаемся все равно одни, потому что дети вылетают из нашего гнезда, создают свои семьи. И спасение в данном случае по пьесе – это в любви. Они полюбили эти два достаточно, так сказать, уже зрелых человека, и этим теперь наслаждаются. «Русского медведя» не зря характеризуют как лирическую комедию. Зрители смогут насладиться не только трогательными моментами, но и остроумными шутками. Каждый из героев наполнен особенностями менталитета своей страны. Конфликт вот нашего, почему называется «Русский медведь»? Нашего человека с элитой Лос-Анджелеса, где он этот ремонт делает. Эта тема тоже есть. Вы знаете, особенно на фоне сегодняшних отношений Соединенных Штатов и России, я думаю, что это достаточно актуально. Комедия Бориса Рацера «Русский медведь» изображает тонкие человеческие переживания в моменты одиночества, поднимает вопрос родителей и детей, которые слишком заняты своими проблемами, и доказывает, что обрести счастье никогда не поздно. Премьера спектакля состоится в эту пятницу в 18:00 для зрителей старше 16 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».